Сразу 7 краж за минувшую неделю произошло в Сарове. На улице Московской злоумышленник проник в помещение через окно и похитил электробытовую технику на сумму 80 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 кража. Из магазина похитили фотоаппарат, видеокамеру и 2 электробритвы. Видеозаписи есть, но лицо не установлено. В садоводческом товариществе «Авангард» воры похитили чугунную ванну. Ванна просто стояла на территории садового участка, пустая. Вскрытия там никакого нет. На дорогах на неделе обошлось без пострадавших. Всего зафиксировано 8 ДТП, 4 водителя скрылись с места происшествия. В одном случае даже номер известен. Там нашелся очевидец, уже мы нашли очевидца. Вот, который из балкона видел. Такой черный дым. Вот, я думаю, что дело техники его найти. Водители, покинувшие место происшествия, рискуют остаться без прав управления транспортным средством от 1 года до 1,5 лет или попасть под административный арест на срок до 15 суток. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.